Всем привет, с вами Нила Маня, и сегодня я буду петь для вас. Вы уже так давно этого ждали. Я понимаю, мне многие постоянно пишут: вот ты что-то рассказываешь, вот ты снимаешь про свой гардероб, ну пожалуйста, спой. Но когда же ты споешь 10 песен на один бит? И я решила не мучить вас больше своими рассказами, ну по крайней мере вот сегодня. И решила попеть, потому что вы любите мой голос, и я этому очень рада. Спасибо вам большое. Итак, сегодня 10 песен на один бит, они довольно необычные, потому что я не отбирала их, как всегда, не искала, какие лучше, какие хуже, а просто взяла, открыла топ-чарт iTunes и первые 10 треков прям вот подряд спела. Представляете, единственное, я брала только русскоязычные треки, взяла бит новеллы, он практически под все песни отлично подошел, так что посмотрите мой эксперимент и обязательно ставьте лайки. Ой, у меня кружится голова. Эта песня не подходит. Ребят, ну как вам мой эксперимент? Напишите в комментариях, что думаете. И, как всегда, ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, ваша Нила Маня. Пока! А еще обязательно следите за моим инстаграмом, потому что я там буду петь почаще. Одну минуту снять гораздо проще, чем 4 минуты. И там будут акустические версии, всякие разные. Подписывайтесь на меня там тоже, если не подписаны. И будем с вами всегда на связи. Обнимаю, пока!